Так, всех приветствую на канале Актода. Мы продолжаем прохождение Ризена. Так, третьего. А куда-то оружие пропало. Да и хрен-то с ним, да? Красота какая, лава, все дела. В общем, девушку здесь нашли. Пропала она, типа. Служанка из таверны какой-то, ну, наверное, вот, может, тут где-то, я не знаю. Здесь какие-то курицы живут, дикие. Нам бы еще мясо забрать как-то, блин. Сырая птичья ножка. Тут вообще все расхреначено, крысы живут. Книги какие-то валяются. Ой, здесь можно до ночи поспать. Сломанная отмычка, кстати. Что она дает, интересно? Взлом замков плюс 10, ни хрена себе. Мы можем тогда тот открыть. Так. Мы можем открыть тот сундучок, помните? Ладно, ничего здесь готовить не буду. Здесь лучше пошустрю вот так как-нибудь. Что-то я пропустил, да вроде нет. Только если вот тут. Ну, прикольная отмычка, блин. Ну, тоже откроется легко. Безбаливающий. О, кристаллы. Отлично. Все, что мне надо. Гриб в попу. Гриб в попу. Так, все забираем. Клинок демон какой-то. Еще что тут? Тот, кто это устроил, за все ответит. Ты? Ты ответишь за все, Павло. Я знаю, что это ты. Что здесь стряслось? Смерть пришла за ним. Ублюдок. Проклятые тени нападают на мирных фермеров. Что ты знаешь об этой ферме? Здесь жил фермер Вольфсон с семьей, но от них ничего не осталось. Смогла сбежать только горничная Иона, но я еще не успел ее найти. Мне пришлось хоронить их. Я нашел Иону. Отлично. Отведи ее в таверну. Я останусь тут и прикрою вас. Прослежу, чтобы за вами никто не увязался. Скажи, как будешь в безопасности. Расскажи мне про нападение. Да что тут рассказывать? Судя по следам, здесь порезвился какой-то крупный зверина. Этот гад напал, пока они спали. Шансов не было. Крупный зверина? Придет день расплаты. Проклятые тени. Что у него с голосом? Так, ладно, погнали. Что это Иона? Ее надо в таверну куда-то, блин, отправить. Где тут таверна? Есть тут таверна? Вот это таверна. Зеленые огни. Не знаю, зеленые огни, мне кажется, это вот эти уродцы и ставят. Охотники на демонов, не? Показывают путь демонов, может. Показывает путь демонам. Так, что тут еще интересного есть? Ягодки. Давай! Мои шкуры себе шляпу сделай! Давай!
Это еще кобальт улетел один. Ну, ладно, хрен с ним. Сейчас так сделаем. Иммунитет, надеюсь, у меня. Вообще офигенный, но мне кажется, что это перебор. Вначале бери только магию, можно сказать. Раздавать такую имбу. Ну хотя, как видели, да, есть и с иммунитетом враги, на которых огонь не действует, соответственно, и эта магия тоже не работает. То есть этот огненный дождь. Так, тут что-то, наверное, есть, нет? Ни хрена тут нету, блин. Зачем это лужа? Это вообще нужно. Так, ну здесь мы везде были, вот сундучок есть. Блин, впадло. Я туда не пойду. Видите? Ну, я схожу тогда, пофиг. Я сбегаю. Что она боится-то? Тут никого нет уже. Трупы только. Могилы. Так, надо запомнить, что там Мила это сидит. Может, тут сделали так, что если ты... Ну, если у тебя есть шмотки, да, то их можно не обязательно одевать. Можно сразу так раз. И открыть. Сундук занимать, в смысле. Сейчас снизу. А, блин, а как вниз-то тут? Так, сейчас. Большое освещение. Хитрый замок. Этот замок слишком сложный. А, видите, все равно надо делать. Взлом. Не так взлом. Сложен для меня. Ну, теперь не сложен. Да черт, а как это делать? Не было так. Нет? Как тогда все это? Как вариант. О! А, блин. Я думал, это типа на постоянку эта хрень какая-то. А. Хотя может тоже пригодится. Давайте обратно. Красноречие. Линия магии кристаллов. Алхимия. Так, тут это остается. Тут красноречие, не знаю. Мне красноречие нравится. Так, идем за Милой. За мину. Ой, блин, какой милый. Как ее звали-то, я забыл. Минка. Мила. Милка. Милкина. Милочка. Милипусик. А, и она вообще, блин, ёлки. Я имя. Здесь. Ну и имечко. Так, там чуваки, наверное, спать легли, нам надо мясо у них забрать. Либо я уже прошляпил мясо.
Так, ну тут я не помню, здесь я вообще не ходил, наверное. Или как раз таки отсюда пришел. А я отсюда пришел, да. Я здесь падальщиков убивал. Резал падальщиков. Ты где эти... Я чувствую вонь от трупов животных. Мы почти на месте. Мы где? Ведь всегда покупали сосиски на бойне, когда что-то праздновали. А, ты хочешь на бойне? А теперь осталась одна церемония. Похороны. Может, и сюда надо? От такого сочного куска свинины невозможно отказаться. Кто же со мной бегает? Да. Такого не откажешься. Тут уродец ушел. Дом свалил. Может, он к Ионе убежал? Быстро пока забираем тут все. Здесь 10 кусок мяса. Во, вкусная ветчина, отлично. Куда-то он свалил. Что еще можно вступить? Перо. Я не взял тут. Этому чё, а это что было? Так, кто там что говорил? От такого су... Да, вкусная ветчина. Вкусненькая. Так, погнали. Я здесь. Она не хочет туда идти. А вот это верно, наверное, да? Вот это что ли? Может, здесь реально это верно? Эй, какая обстановка? Парни вовсю дерутся с тенями, а я на посту. Если хочешь быть с нами, навести Элдрика. Я уже выбрал другой путь. Мы рады любому воину, каким бы ни был его путь. Так что, хватит духу пойти в ночной дозор. Зачем охотник на демонов выходит в дозор? Предпочитаю атаковать чудищ в лоб. Что есть, то есть. Но если не умеешь защищать фланги, тебя в два счета сомнут. А еще запомни хорошенько, что нужно беречь мирных жителей. Без них никто не снабдит нас провиантом. Насколько сильны охотники на демонов? Не настолько, чтобы считать победу предрешенной. Но достаточно, чтобы биться с тенями. В бою, когда смерть дышит прямо за плечом, главное одно — держись и сражайся. Я составлю тебе компанию в дозоре. Отлично, подготовься и можем выдвигаться. Блин, да что все меня куда-то хотят? Без тебя я сюда не добралась бы. Ерунда. Но сперва тебе нужно отдохнуть. Спасибо, незнакомец. Пожалуйста, сообщи охотнику на демона Фену, что я в порядке. Он всегда был другом нашей фермы. Я не хочу, чтобы он волновался. А что для Фена? Это тот чувак, который там был или что? Таверна с фонтаном в центре. А, послушайте моего совета, там установить хотя бы, а. Круг, где здесь телепорты эти? Вот, он взялся. Ну, телепорты где? Кости только, блин. Да на пара, блин. Кафония. Читер по выносливости Бран. Стоп. Где Финн? Кладор, да? Пена. А, блин, реально до него бежать надо, ёлки.
Это только я слышал! А, он учитель выносливости. Так, у меня тут миллион раз уже был. Так, ну придется до него бежать, что делать. Там есть какая-то пещера. А. Падальщики еще. Могли бы побольше телепортов напихать здесь. Так, блин. Где еще? Где еще курица? Эй, оставь мне немного! Да вон там мертвые есть, курица наша. Искомая. Проворность можно улучшить. Кстати, возможно, нам надо и проворность прокачать. Ой, блин, я думал, это растение. Блин, мне интересно, где тут реально? Опа, терра, рысь. Брысь. Где телепорт? Откуда взялся ты? Сколько вас тут живет? Обитает. Так, а там что наверху? Это переход. Может, там телепорт есть? Магические там кристаллы, небось. Сколько тут вещей-то, а? Привет, блин. Питомец, это мой питомец. Охрененно, ты меня хилишь вообще. Я чуть не сдох. Прикольно. Скелетоны. Поберегись! Бонс пришел! Давай, Бонс, зачистим эту хрень. Мертв, а? Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю! Нечисти вообще до хренища. Эта шахта выглядит небезопасной. Боишься, что кровля обрушится? Боюсь? О, не! Судя по запаху, он тут давно лежит. Не повезло. Маг, что ли, какой-то? А-а-а, дорога водит конец. Возможно, квест. Квест и кто-нибудь нас попросит найти его. Мы уже нашли труп. Рецепт зелья защиты его. Обычная кожа. Что тут еще есть?
мы трупов этих. Гриппоку. Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю. Убивай. Больно. Ты что за хрень, там летучая мышь? Бэтмен. Кстати, какая-то руда. Железная руда. Да. Лавинистая руда. Нефрит. Это похоже на затвердевший панцирь краба. Уже нашел. Охренеть. О, нашли еще. Шовые замки. Ну вот, все, мы прошли эту пещеру. Блин, там что-то вон зеленое, кстати. Гриппок. Это надо духом еще тут бегать. Вот видите, ХП снижается. Не знаю, долго в этой... В этом измерении бывать опасно. Ладно, сейчас попробуем туда вон сходить. Там какой-то голем был. Получится. Ну, что это было? Что это я взял такое? Наконец-то применил оружие! Челик тут надо. Перережем пару. Теперь нет. Ну тогда он первый начинает на него. Правильно говоришь. Туда больше не встанет. Все. Если туда, я пойду на какую-то могилу. Кладбище вот сюда. Если сюда пойду, то куда я попаду? В лаву, что ли? Значит, перестал. Ох ты, круто. Я помру, наверное, да? Если... Сюда можно. Золотым монеткам. Наконец-то применю оружие. Ёлки зеленые, блин. Грозный облик. Вествует. Грозный кобальт. Ёлки зеленые. Иди ты в жопу. Да блин, нафиг. Голем. Вот это, кстати, крутой голем какой-то. Это жопа, блин. Отвалите, блин, падлы. О, полетел.
Давай, добивай. Это да. Карбункулы, чертеж. Что это такое? О, магию кристаллов плюс 20. Ёлки, блин. Надо изучить, короче, эту хрень. 13 клеверов. Карбункул. Блин, прикольно. Тут я понимаю. Плюшки. Да не надо спать. Шкатулка. Так, здесь так соберем. Быстрее было. Резной подсвечник Эрнесто. Квест. Эрнесто. Ручная крыса Эрнеста не нужна. Еще какой-то уродец. Пикуль. Пикалинь. Оп. Все, валим отсюда. Крутое место. Так, можно сходить. Здесь зачистим, да? Попробуйте. Ой, ёлки. Там труп чей-то. Где же ты? Вернись к нам. Он исчез. Ханна. Похищен был. Вор из ваших приходил. Умертон один, какой-то. Единственный наше спасение. Его получили силой магической воли. Вернуться он может к нам без боли. Так, постой. Я не понял ни слова. Ты вообще о чем? Наш амулет. Теперь его нет. Время мертвых скоро придет. Скоро вора расплата ждет. Попробуй его убедить, сокровище нам возвратить. А, ладно. Я не настолько. Где мне искать этот амулет? Там, куда смертные приходят пить. Свою боль в кружке Эля утопить. Ты подразумеваешь таверну, да? Мне больше нечего сказать. Не проси меня дорогу указать. Где же ты? Так, может мне влияние прокачать? И проворность, да? Для чего духу нужен амулет? После смерти мы стали другими, но помним, как были живыми. Так отпустите воспоминания и обретете покой. Он говорит правду или пытается нас обмануть? Зачем мне вас обманывать? Просто дайте сами себе покой. Ты честен в мире, где правды нет в помине. Удачи тебе. Мёртв, да? О, прикол. Видите, так быстро можно красноречием выполнить задание. Никакой амулет не принесет нам бред. Золотишко. Несколько мартышек. Пустые, безмозглые, тупые. Я со многим могу смириться, но от этой жары у меня кожа отстает от костей. Ёлки зеленые. О, еще, кстати. Да. Магическая. Магические кристаллы. Ну, я, конечно, поспал, потому что ни хрена не видно ничего. Я могу, в принципе, сейчас использовать кристалл. Вот этот. Эти кобальды спят. Давайте, падла.
Что, они померли или нет? Свои шкуры себе шляпу сделают! Гребаные пауки! Не говори. Действуют как жуки. Вот здесь можно обойти. Отсюда пройтись. Наверх вернуться. Ой, блин, там этот голем сам. Голем тут. Вот его труп. Да, и лава. Получается такой пар, блин. Где бонс, кстати, куда он свалился? Ну ладно, в принципе, бонс. Постоянно тупит. Так, что тут? А, он вернулся. Говнюк. Что тут интересного? А, вот, кстати. Сюда, наверное, можно попасть. Через воду. Или нет? Хотя не, можно, наверное. Ладно, это потом. Весло. Я вообще хотел квест сдать, блин. Я уже куда-то улетел, бежал. Вообще другое место надо. Ой, тёлка. Сколько вас тут? Не, ну это, конечно, хорошо, но мне слава не смешает. Свои шкуры себе шляпу сделай! Все. Нет, не повезло, блин! Всем назло, не повезло, блин. Ты такой большой и злой. Еще тупой. А, собираем. Чуть похоже на золотую руду. Золотые самородки. Броненосец. Ну все, зачищаем здесь. Даже броненосец. Лишний опыт не будет. Что, колонна упадет? И все. Золото. Хлебушек и сыр. Может, мы устроим пир? Ягоды. Ягодки мои. Тут еще он золото. Блин, ну как достали меня уже эти золотые монеты, а? Все равно приходится их брать. Мою жажду золота не унять. Тропинка из золота. О. Индейки тут. Так, здесь не кобальды живут случайно. Взгляни на эту мельницу. Ей нельзя доверять. Ее крылья только и ждут, чтобы срубить тебя. Но я тебя прикрою. Курицу. Спасибо. Утку, то есть. Именную утку завалил, может, она нужна была. Может, там человек.
ведьма превратила в утку, а я ее утку убил, блин. Жалко, блин. Кто тут живет, блин? Аня, ходи, просыпайся. Ой. Не знаю, может это они храпели просто. А я... Мира. Теремиас задавал неприятные вопросы и всегда знал больше прочих. Однажды его отправили изучать великие врата на Киле. Пока он был там, пираты украли его монокль. Потом он словно лишился не только зрения, но и голоса. Будь здорова. Ой. Мне пофиг, почему. Что за мира? Эй, здоровяк. Что такой симпатичный парень делает в этой дыре? Дай-ка угадаю. В твоей дыре? Ты ищешь приключений, сокровища и чудовищ. Ладно, так чего ты хочешь? А что такое? Вежливость не преступление. Вот бы мы жили в другом месте и в другое время. Кажется, у вас тут какие-то проблемы. У меня проблем нет. Это у Эрнеста проблемы. У него украли самое ценное. Гравированный подсвечник, служивший этой семье целые поколения. Думаю, он сам тебе расскажет. Извини, но я должен сказать... С ней определенно что-то не так. Пожалуйста, скажи своему помощнику, что он должен молчать, когда говорит леди. Помощник! Ха! Можешь научить кое-чему? Смотря чему. Красноречие. Я еще к этому не готов. 35 проворности, 55 влияния. И еще вопрос. Ты здесь горничная? Ты абсолютно прав, красавчик. Я Мира. Ну, готовлю и убираюсь в доме. Я слежу за тем, чтобы все было в порядке. Без меня тут абсолютно все рухнет. Верно. Если ты ищешь работу, разочарую. Я не смогу заплатить за нее золотом. Разве что сам не захочешь помочь. Мне не нужны деньги. И заплатить тебе чем-то другим я не могу. У нас сейчас тяжелые времена. Ты здесь хозяин? Глаз-алмаз. Это моя ферма. Но если все так продолжится, рано или поздно я буду вынужден уйти отсюда. Кажется, у тебя проблемы? У нас туча проблем. Тени и эти странные пещеры повсюду. И все началось после кражи моего подсвечника. Это все из-за вашего подсвечника? Знаю, звучит глупо, но я не шучу. Мой прапрадед привез подсвечник из своих путешествий. Отец приказал выгравировать на нем герб. Подсвечник был из чистого золота. Отец всегда говорил, что пока этот подсвечник у нас, беды минуют наш дом. Но подсвечник украли. И вот начался полный кавардак. Я найду твой подсвечник. Спасибо. Для начала стоит расспросить моих людей. Просто спроси их. Может, что скажут? Ну, хорошо. Если найдешь пропажу, я тебя достойно вознагражу. Надеюсь, этот кошмар с тенями скоро закончится. Посмотрим. Я нашел, не? Я нашел твой подсвечник. Правда? Покажи. Это и правда мой подсвечник. Спасибо. Скажи, у кого он был? Его украли кобальды. Отрадно слышать. Похоже, я зря подозревал Никодима. Значит, я все-таки смогу оставить ферму ему. Еще раз спасибо. Возьми награду за работу.
Ты хорошенько взгрел этих кобальдов? Взгрел, у него нет золота. Кобальды больше не доставят тебе неприятностей. Великолепно. Прими это. Благодарю. Жгрю, у него нет золота, блин. Спасибо, что вернул Эрнеста его подсвечник. Ты спас мою шкуру. Вот тебе небольшая награда. За доброе дело. Спасибо. Спасибо, что навел... Я навел здесь порядок. Все, что можно, забрал, украл. Так, ладно. Еще что-нибудь можно стырить. Наверное. Моя работа. Поделаешь. Кто-то храпит тут еще. Эти чуваки храпят тут. Отличный пистолет. Валяется тупо вообще пистолет. Нормальное вообще. Оружие тут раскидывают. Так, и вот здесь еще не было. Здесь и не было. Золотой клевер. О, вот кто храпел тут на всю. Вовсю храпят падлы такие, а? Кстати, урон-то повысился. Если я сделаю там амулет крутой, то вообще будет жесть. Истинная жесть. Кобальды. Вот тут. Что для фена. Так, ладно, сейчас мы добежим до этого фена. Наверное. Здесь мы этих тварей валили. Падальщиков всяких тут. Спит, храпит. Откуда ты? Тебя завалил, не? Ну что тут был, не? Куда они появляются-то? Это башенка. Не, значит я не валил. Значит я ушибся немножко. Ты откуда там? Я слышал, неподалеку видели ренегата капитана Моргана. Старый пират совсем спятил. Говорят, с тех пор, как появились тени, он даже на своих стал нападать. Не думаю, что будут исключения для нас. Значит, нам нужно готовиться к схватке с полностью укомплектованным пиратским кораблем. Верно. Боюсь, он нападет... Едва мы поставим паруса. Подготовьтесь лучше. Круто. Спасибо. За бой с тенью. Откуда, блин, они берутся вообще? Всех тут убивают. Откуда они повылезали-то? Я здесь все зачищал. Даже кобальный вон труп валяется. Так, где это падла? Вот. Не волнуйся за Иону. Она цела. Хорошо. Я мало чем могу вознаградить тебя. Но возьми это. Я нашел это на ферме. Бывшим владельцам это уже не понадобится. Тебе тоже? Мне здесь больше нечего делать. Я вернусь в цитадель и помедитирую. Ну давай. Удачи тебе. Возьми себя в руки, говорится. Медитируй. Так. Вот тут я не бегал, да? Можно, в принципе, там пробежаться. А, кстати, по заданиям сейчас посмотрим, там эти есть. Так, Ладор, да?
сокровища Каладора вот есть. Раз. Я до тут не добежал. Тогда. И Джона какое-то сокровище. Джона. А, ну это вообще в той стороне. Ну, ладно. А что еще есть, кстати? Письмо для Гарри. Кила. А, это Кила. Так, мир и покой. Мир и покой. Циско. А, ну с Циско мы общались, да, что надо? Я прогнал Циско, и что дальше? Что мне с ним делать? С этим заданием. Нам вообще надо вот куда-то сюда или куда? А, нам сюда, наверное, надо. Сирилу, вот к торговцу. Сирилу, наверное. Ладно, сейчас там убежим быстро. Пройдемся там быстренько. Только одну треть Каладора, по сути, ну еще не полностью, даже зачистили. Вот. Одна треть, блин. У нас еще Кила, остров Фаров. Потом, что там еще? Акарикуа. Ну, Антигуа, да, кстати, там мертвецов надо завалить. Ой. Антигуа. Блин, еще тут вместе. Это остров туманов не может, что-то неподобное. Да черт, черт подери. Вообще дофига вот. Дофига тут, проходите, проходите. Зачищайте, зачищайте все, что можно. Магию прокачаем до сотки и все, и будем легко всех убивать здесь. Варанчик, красивый. Был бы огненный варан. Тут островок. Островок. Зайдем на островок. О, блин. На огонек сейчас зайдем. Молотильщик. Попадла, блин. Больно. Я из твоей шкуры себе сделаю. О, я знаю, что сделать. От западальщиков завели, падальщик. Армагеддон начался, все. Наконец-то применю армагеддон. Он сейчас улетит туда и все. Я вернусь, останусь. Сейчас без жизни останусь. Придачу. Так ары уже бить не надо. Заклевали уже, падлы. Заклевали меня. Давай, добивай. Эй! Стой! Он теперь может падать. Заклевали меня, заклевали. Телепорт мне не дали. Да уйди ты. Ой-ё. Ой, ёлки. Вот, блин. Мы же пауков не валили тогда. Мы поджигали. А! Можно прокачать типа. Где драконий рот?
Там что снизу? Утка. Блин, да сколько тут мразей всяких, а? Мелких. Субой. Ладно, я в домик вот не пойду, я здесь обойду пока что. На ту сторону мы потом как не сгоняем. Сейчас пока не хочу лезть. Не вижу пока в этом смысла. Хотя с другой стороны, лучше все нафиг зачистить, потому что если я отправлюсь на какой-нибудь другой остров, там снова будет эта битва с чудовищем. Я что-то про нее постепенно начинаю забывать. Вот. Поэтому, скорее всего, мы тут все зачистим, все задания выполним, только потом поплывем. Потому что, как помните, минут 20 мы, наверное, потратили тогда на этот бой. И то не факт, что мы с первого раза еще пройдем. Потому что не так-то все просто, может показаться. В прошлый раз просто повезло немного, скажем так. Просто повезло. Что еще один удар по кораблю, он бы рассыпался. Пух и прах. Развалился бы этот корабль. Еще пауки. Субой ты что ли? Ты делаешь шляпу из него реально. Мохнатую. Мохнатую шляпу. Здесь я уже был, по-моему. Здесь-то я уже был. Тут, может, нет. Или был тоже. Хотя нет, вот слышите? Падальщик где-то тут. Кряхтит. Ну-ка. Слышно было падальщик? Ну нет, почему-то. Так, я вообще хотел сходить на охоту. На охоту с этим. Или не на охоту, или он мне просто довести хотел. Не помню. А, он меня просто до сюда, наверное, доведет. Ну, тоже квест, почему? Надо Циска найти и дать ему просраться. Где этот Циска? Вот, видите, мир и покой. Наверное, пошел грабить следующие могилы. Тут, во, падла. Так, и что у нас тут? Что? А, это снова ты? Я тебя предупреждал, чтобы ты держался подальше от могил. Да, но я не знал, что ты об этой могиле. Считаю до трех. Раз. Два. Ладно, ладно. Уже ухожу. Я буду в таверне. Иди отсюда, уродец. Достал уже. Сквернять могилы. Падла такая. Где вообще телепорты? Ни одного телепорта не вижу. Ни телепорта. Не подавай. А, ну, не, ладно, давайте пока сходим туда. Где-то. Или потом сходим, ладно. Погнали с этим чуваком. Пойдем в цитадель. Хорошо. А рыбы у тебя случайно нет? 10 хватит. Нет, у меня нет рыбы.
Жаль, но что делать? Иди за мной. В смысле? Нам еще до... Че, у меня рыбы нет? Тогда пойдем искать рыбу. Так сколько у меня рыбы? Я что, пожарил, что ли? А, у меня 6 рыбин. Ну, погнали так-то туда, за рыбы. Придется идти. Я до конца там не добежал, поэтому можно, в принципе, попробовать собрать рыбки там. Потом вернемся. Ну там я был. Тут я тоже где-то бывал. Вот дальше, там как раз это. Дальше варан, и дальше там иксик будет, иксик. Выкупать надо будет. Не, красивые, кстати, вараны тут. Красавцы. Ну, сюда можно даже сбегать, типа. Носороги, блин, живут тут. Молотильщики. Где тут рыба должна быть? Рыба! Сырая рыба. Где это? Ну, тут рыбы нет. Ракушки есть, а где рыба, блин? Черепа, скажи мне. Ух ты, блин. Да черт, блин. Да, с ними все шутки плохи. Теперь уже никогда не встанет. Где рыба? Я за рыбой пришел. Может, выкупить рыбку? Кого-нибудь. Тут разные големы какие-то. Рыбный голем, железный голем. Ух ты, блин! Этот архолос пройти, кстати. Нет. А где тут этот икс? Иксо? Иксо где? Икс. Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю! Дай рыбу. Гони рыбу. Где моя рыба сырая? Где селедка, бля? Ух ты, что это за хрень? Что за хрень? Зачем ты пришел? Исчезни! Ланнистер, что ли? Можно бы и слегка повежливее. Турнимак. Скройся с глаз моих, иначе я закончу свой ритуал. И никто меня не остановит. О каком ритуале ты сейчас говоришь? Я принесу в жертву эту женщину. Yes. Я принесу ее в жертву. Сила теней потечет, словно кровь по моим жилам. И я стану величайшим магом, которого еще не видел мир. Конечно. Но ты пришел как раз вовремя. Я принесу в жертву вас обоих. Готовься к смерти. Я тебя прикончу. Нихрена. Что у нас за магия там такая, типа? Магия воздуха какая-то. Такая есть, что ли? О, Лиана.
что он дает. Кого это где? Оп, Натя. Что мы закопаем? Уже принесем жертву. Проще на берегу Каладора. Огненный что-то упал какой-то. Оружие. Магия кристаллов и красноречия. Кстати, а что это? Сережка? Крещ-серьга. Понял, кстати. Огненный дождь. Джил. Поболтаем с Джил. Рыбу дашь мне? Спасибо, что освободил меня. Этот маг спятил. Не нужно было с ним связываться. А зачем ты с ним связалась? Он показался мне милым. Он интересно рассказывал. Говорил о дальних странах и обещал научить меня магии. А я уши развесила и поверила ему. Нужно было задуматься, когда мы наткнулись на лагерь во время прогулки по берегу. Но тут появился ты. Спасибо. Маг тебя больше не побеспокоит. Спасибо тебе. Кто знает, что этот безумец собирался со мной сделать? Я так-то крепкая, но он меня напугал. Думаю, он хотел принести меня в жертву. Ты определенно заслужил награду. Мне ничего от тебя не нужно. Настоящий джентльмен, да? Не знаю, как тебя и благодарить. Впредь буду более осторожна. Что собираешься делать дальше? Вернусь в таверну. Здесь страшно. Пойти с тобой? Нет, спасибо. Все будет в порядке. Увидимся в таверне. После такого мне надо выпить. Спасибо еще раз за все. Не вали. Свали. Где моя рыба? Кстати, он что-то плавает. Что это? Не, это не рыба. Это не рыба. Да, блин, да что ты Бона не бьешь-то? Бей Бонса. Да, он еще сумасшедший полем ходит. Как он лагерь-то? Просто. Он же обычный железный голем. Что за хрень? Куда у него магия? Мне что бьет? Я хочу броню новую уже. Нет, 5 минут, очень уже. Опа. Так. Бомж странник какой-то выглядит. Ух ты. Я из твоей шкуры себе шляпу сделаю. Подожди, не откуда он тут вообще? А, блин, тут же нет теней. Место без теней есть. Я пошел за рыбой, здесь рыбы нет, здесь ракушки нет. Как тут рыбы-то не может быть? Что за бред? А? Ты уплыл, урод. Ошибись, я без сердца голема остался. Никого не уплыл. Это что за место, блин?
Еще пока рыбу не найду, я не вернусь к этому чуваку. 4 рыбины надо. Так, я там был? А я там не был. Я там и не был. 9 бонд сможет ко мне прийти. Да, он смог. Тут крабы обычные. Так, что-то еще есть интересного. Вот, сразу рыба, раз. Вторая. Вообще рыбу, блин. Я на одну рыбу нашу. Тут еще рыба есть. О, вторая рыба. Еще не приплывала тут рыба. Вот бутылка, кстати. Ну это глаза песчаные дьяволы. Самые крутые рыбки. Да есть. Наверное. Что он глаза? О, глаза. Собирать глаза. Ну, тут трупешник мы не сможем собрать. Неудачно они как-то падают. Ну и все, давайте мы, короче, на этом закончим. Всем пока, удачи и кто-то.